Теперь пару слов о золотой молодежи. Куда же без нее сейчас? Гонка на Мерседесах сына вице-президента Лукойла, я думаю, вы о ней помните, она получила вообще неожиданный поворот. Полицейский, который расследовал дело, он уволен. Замкомандира батальона не стал проходить проверку на полиграфе и решил уйти. Он сам написал заявление об отставке якобы, а все из-за того, что спросить его хотели, внимание, самое интересное, не брал ли он взяток. Как стало известно Лайфу, одна из участниц гонки, Мара Багдасарян, вышла на контакт с полицейским через своего знакомого, чтобы попытаться уменьшить наказание. Как, я думаю, вы догадываетесь. Спустя некоторое время она говорилась вышестоящему руководству подполковника, что тот уже, ну скажем так, решает вопрос. После этого замкомандира и ушел в отставку.